Мы сейчас в Рио-де-Жанейро, и вот одна тоже из визитных карточек Рио – это лестница Селарона. Это знаменитый скульптор, архитектор, который жил в Рио-де-Жанейро, и он был немножко сумасшедшим и создавал такие невероятные свои произведения искусства, которые остались навсегда в памяти. Но самым выдающимся осталась лестница Селарона. Когда он начал ее строить, он делал ее, отделывал самыми различными плитками. Но кроме того, еще любители искусства со всего мира, которые хотели поддержать его, туристы, которые приезжали, каждый со своей страны привозил необычную керамическую плитку. И этими плитками была украшена вся лестница и все вокруг этой лестницы. И мы видим здесь и плитки со всей Латинской Америки, и европейские, испанские, итальянские, и с немецкими надписями. Очень необычно, и тем более, что чувствуется энергетика, что в создании этой лестницы приняли участие много людей со всего мира, любители авангардного искусства. Поэтому очень невероятное зрелище – лестница Селарона в Рио-де-Жанейро. Скульптор Селарон был настолько интересным, загадочным и своеобразным человеком на грани безумия. Он очень часто изображал сам себя на своих произведениях. Именно здесь, на вот этой картине из керамической плитки, видно, как он, его лицо, его личный портрет в двух изображениях, но с грудьми и животом беременной женщины. Что он этим хотел сказать, непонятно, но говорят, что у него не было детей, он был одиноким человеком, и это его своеобразная как бы тоска за семейными, может быть, ценностями или за желанием иметь своих собственных детей. И поэтому вот такая просто на грани безумия такая картина-фантазия Селарона. Вот я нашел одну интересную плитку, на которой фотографическое изображение Селарона. Вот такой безумный дядя, сотворивший эту лестницу. Сейчас на лестнице Селарона обычно тусуются интересные люди, с виду как хиппи, музыканты, какие-то художники. Говорят, здесь вечерами собирается вся богемная интеллектуальная элита Рио-де-Жанейро, потому что сама лестница навевает такие обстановку к фантазиям и каким-то творческим идеям. Некоторые люди дарили свою плитку своими собственными именами, и Селарон вставлял ее в украшение по всей лестнице. Здесь тысячи этих плиток, которыми украшена огромная длинная лестница Селарона.